В минувшую субботу в Елабужском институте КФУ состоялся традиционный день выпускника. На университетской площади встретились бывшие студенты разных лет обучения. Спустя столько лет они увидели друг друга вновь. Мы каждый год встречаемся здесь. Это наша альма-матер, это родной дом, это наша юность, это красота. Это все для нас. Мы жили тогда одной семьей. Каждый год организаторы проводят перекличку. Традиционно участие в мероприятии принимают бывшие студенты разных лет выпуска. Самые старшие гости дня выпускника окончили университет практически 70 лет назад. В 2010 году мы с супругой из Москвы вернулись сюда. Свои, так сказать, родные пенаты. И даже дом купили вот рядом здесь, недалеко от института. Потому что, когда вот прохожу я мимо этого учебного заведения, вижу сегодняшних студентов, вспоминаю свою молодость, свою юность. К сожалению, жизнь проходит очень быстро. Увидеться со своими одногруппниками приехали выпускники со всей России. В рамках программы бывшие студенты смогли прогуляться по коридорам вуза, заглянуть в такие знакомые аудитории и пообщаться с преподавателями. Маргарита Михайлова, Айдар Нуриев, Универньюз.